Привет, девочки. У нас вечер. У меня опять ночная. И, как всегда, кушать нечего. Не поверите, после дыры я сегодня просто смеялась. Открывала холодильник, дыры у меня был забитый весь. А сейчас все, что осталось, горчица. Кстати, вы знаете, у меня какой-то... А, вот еще для Оливье огурчики остались у меня. Вон они. Сейчас я их поставлю сюда. Молоко, горчица, маслечко. И моя зеленушка. Она сейчас мне пойдет на салат. Хочу сейчас поужинать. Все равно всю ночь сидеть. Тут пропала уже зелень. Все выброшу. В общем, творог. У меня какой-то клинышек, девчонки. То у меня был на хлеб. Кстати, хлеб весь остался с дня рождения. Никто и не ел хлеб. Вообще. Племяшка только съел кусочек маленький, и все. Кусочек мяса остался у меня. И у меня какой-то клинышек. Я накупила сметаны. Раз купила, гляньте. Два купила. Три сметана. И я каждый раз иду в магазин и покупаю 5 сметан. 4 сметана. Я обалдеваю. Думаю, блин, куда я столько накупила? Это просто нечто. Представляете? Я даже, блин, забываю, что у меня столько сметаны. Раз, два, три, четыре. Наверное, сам Бог велел опять сделать сметанный торт. Кстати, сметанку хочу сейчас кусочек попробовать. Вот все, девчонки. Я решила себе сейчас пожарить. Грудки у меня остались дома. Все, что осталось у меня в морозилочке. Я также вон мука, панировочные сухари. Масло разогревается. Яйца, молоко. Вот оно у меня. Вот такие яйца в этот раз прямо желтенькие, классные. И салатик сейчас пахну, девочки. Ну вот, девочки, нажарила я свои грудки, мои любимые. А что еще есть? А больше ничего. Нажарила я грудки, девочки, невкусные получились. Нежные. Посмотрите, какие нежные. Классные. Они как семечки. Вкусняха. Девчонки, нежные, вкусные. Панировочки обалденные. И я уже нарезала себе салат. Вернее, все нарезала на салат. У меня будут черри-помидорчики. Вот такая вот капуста. Вот такая вот красивенькая сборная. Это что осталось? Укропчик у меня здесь. Болгарский перчик. Лучок синий, обожаю его. Огурец и там чесночок у меня. Вот он. Хотя можно его, наверное, сейчас я его насыплю вот сюда. Здесь у меня маслечко растительное. Чили перчик. Буквально четверть чайной ложечки сахара тростникового и базилик сухой. Вот этим я всем полью. Сейчас перемешаю хорошенечко, и будет очень вкусно, девчонки, очень. Сейчас я это все сложу сюда. Вот так. Вот так. На самом деле можно все, что угодно сюда. И брокколи, и без брокколи. И даже можно сюда куриные грудки те же отварные добавить. И можно яйцо добавить. И будет... Да на ваше усмотрение. Как хочешь, так и делай. Что хочешь, добавляй. Вот что есть в холодильнике из овощей, все можно добавить. Все. Все. И сейчас вот эта заправочка, я заправлю свой салат. Будет очень вкусно, девочки. Очень. Девчонки, никак не могу вам показать. Посмотрите. Вот, я сделала салатик вкусный. Я уже на самом деле его тяпнула. И грудки, посмотрите. Они обалденные. Они нежные получились. Не смотрите, что они подрумянены сверху. Это корочка, так вкусно. Это семечки. А здесь они нежные, обалденные, классные. Нежное белое мясо, кляр просто небесные. Они просто небесные.
Они нежные-нежные, девочки. Они просто... Это просто сказка. Все. Это я уже тяпнула столько, девчонки. Было полное. Худеющее Поволжье. Так получилось, что целый день не ела. И сделала себе. Не могу просто отварные грудки. Это ужасно. Так хоть жареные, хоть вкусненько. И вот такой салат. И салат на самом деле очень вкусный, девчоночки, с этой заливкой. Получается просто... Ешь и кайфуй. Девочки, я пойду ужинать. Всех целую. Всем пока.